В связи с пандемией коронавируса в регионах усиливаются меры безопасности. Дисциплина ужесточается, устанавливаются блокпосты. В области эта работа также идет полным ходом. В Жамбылской области продолжается работа по борьбе с пандемией. На территории блокпоста сотрудники милиции в спецодежде предупреждали людей о необходимости принимать меры предосторожности. Съемочная группа также побывала на блокпосту Шахпагата, расположенном на 583-м километре автомагистрали Западная Европа-Западный Китай. С момента создания поста в регион въехало более 16 тысяч автомобилей и около 44 тысяч человек прошли тестирование на коронавирус. Вирусную инфекцию. Задействованы сотрудники Жуалинского районного отдела полиции совместно с медицинскими работниками, значит, осуществляют проверку, а также проверку и учет транспортных средств. За указанный период инфицированных коронавирусной инфекцией не выявлено. Специалисты останавливают каждый автомобиль, проезжающий через контрольно-пропускной пункт. Ознакомившись с документами пассажиров, их регистрируют. Затем измеряют температуру тела. Автомашины также проходят регистрацию. На данный момент здесь работают сотрудники полиции, здравоохранения и дежурные военные. Изначально измеряем температуру тела, собираем всю необходимую информацию, был ли контакт с больными, либо гражданами с прибывшими из-за зарубежа. Если имеется подозрение, мы звоним в 103 и вызываем спецгруппу. По словам ответственных лиц, безопасность сотрудников на первом месте. В связи с этим им предоставляется все необходимое медицинское оборудование, дезинфицирующие средства, спецодежда и горячее питание. Виктория Трегубова, Шыңғыс Хан, Кенес Хан, 77 News.